одежду, снять с тебя одежду и посмотреть хоть в чем стоишь. Вот ткань трикотаж. Бирка-то неверная. И это. Оказывается, трикотаж – это не то чтобы ткань. Ну а что ж тогда? За ответом отправимся на фабрику по производству трикотажа и разберем его по ниточкам. Все начинается в этой комнате, где художники придумывают и конструируют новые модели. Мы должны одеть крупную размерную женщину, должны одеть молодежь, должны одеть среднестатистических дам. Мастера должны не просто разработать дизайн будущих нарядов, но и вычислить пропорции самой ткани, подобрать тип плетения и толщину полотна. А потом сделать из набросков схемы, по которым изготовят материал для шитья. Сейчас художники работают над летней коллекцией, а это яркие цвета и натуральные волокна. Самое время съехать с катушек. Основа будущей ткани – нити – уже закуплены и ждут перемотки. Катушки со льном, вискозой и хлопком, привезенные из Турции и Беларуси, нужно обязательно перемотать. Так технологи проверяют целостность материала, где тонко рваться не должно. В процессе перемотки нить натирают воском, чтобы она лучше скользила и машине было легче плести полотно. А дадите еще один моточек, чтобы я прям сама его заправила? Так останавливать нить. Ага. Так, я помню, что вот так. Тут теперь надо пониже. Вот так. Да? Так, теперь надо их связать, да? Да, теперь. А как связывать? Просто узелком? Можно узелком, можно вот так перезарядывать. А вообще вот так завязываю. Тем временем художники уже передали свои разработки диссонаторам. Этим диковинным словом французского происхождения называют проектировщиков ткани, специалистов, которые переводят макеты полотна из графического вида в цифровой. То есть пишут программу для трикотажной машины, чтобы она точно воспроизводила нужный рисунок плетения. Все это записывается в данной модели на флешку и относится потом к вязальщице. Вместе с выбором пряжи. А теперь самое интересное – плетение. Вот где длинная нитка и неленивая швея. Принцип работы трикотажной машины схож с процессом вязки. Только петли создают не две спицы, а два ряда иголок. Один в основании машины, второй на каретке. Соединяясь, каждая пара иголок образует свою петельку. Так рождается вязаное полотно. Все, что мы связали руками, на машине, спицами, крючком, все, что имеет петельную структуру, это трикотаж. Привычка называть трикотаж тканью ошибочна. На самом деле трикотаж – это не сама ткань, а лишь тип соединения материала. Когда создают ткань, через нити основы продевают множество нитей утка. Трикотаж получается путем связывания между собой нескольких петелек. В день такая машина способна связать до 160 метров полотна. Этой длины вполне хватило бы, чтобы обернуть жилой дом на Котельнической набережной в Москве. Как будто лапки маленьких паучков ткут свою паутинку. Класс машины определяет толщину изделия. Вот. Чем выше класс машины, тем тоньше изделия. Ультратонкие изделия, 18 класс, то это вот буквально паутинки, да, то есть
которые могут быть совершенно невесомы. Если мы говорим о толстых косах, да, о толстых плотных изделиях зимних, то это низкий класс, это 7-й класс и ниже. Концерн Toyota не всегда выпускал внедорожники высокой проходимости и комфортабельные седаны. В конце прошлого века с их конвейеров сходили вязальные машины. Например, ручная Toyota KS858 оказалась простой, удобной и безотказной. В мире изменчивой моды ей пользуются до сих пор. Вот и расстелилось очередное полотно. Одинаковые куски сшивают по краям для фиксации. Получается так называемый купон. Который в первую очередь нужно отпарить. О том, как правильно утюжить трикотажные вещи, будущих модельеров учат еще на 2-м курсе. А на 4-м уже выпускники и другим советуют – гладить через марлю и с изнаночной стороны. Слишком интенсивно перемещать утюг по изделию не стоит, иначе трикотаж растянется. Лучше прикладывать, даже за воротник. При выборе одежды стоит смотреть на состав. Тонкий хлопок будет удобен в носке, но быстро растянется. Плотный может немного сковывать движение. А чтоб и костюмчик сидел, и форму не терял, стоит присмотреться к синтетическим волокнам. Водолазки — это больше акрил, синтетика какая-то. Шерсть — это вообще самое лучшее, что может быть в составе свитеров. Потому что тепло – это то, что нам необходимо. Но лучше, чтобы, да, ну, я так думаю, что лучше, чтобы он был смешан с чем-то, чтобы телу не было слишком неприятно, не кололо. А наши заготовки вот-вот пойдут под нож. Их уже передали в следующий цех – на раскройку. Здесь мастерицы придают квадратным купонам очертания будущих нарядов. Ну вот мы сначала вот это все настилаем, да, вот берем купоны, раскупониваем, вот купон, да, раскладываем, разрезаем, потом все это вот все складываем по рисунку, вот это вот все, чтобы все совпадало, вот это. Потом это вот мы на ноже режем, а потом мы делаем осноровку. Что такое осноровка? Осноровка — это вот, чтобы вот это вот, вот эти все линии, вот эти у нас, все совпадало вот так ровненько, вот видите? Все, и вот это вот тоже, чтобы вот так вот все у нас совпадало. Вот. То есть, когда ты покупаешь тельняшку, где полосочки неровненько это, друг дружку, да, это плохо сделали это, осноровку. Да, это плохо сделали, значит. А мы движемся в следующий цех, где сотрудники ну просто зашиваются. Здесь собирают одежду в единое целое. А когда это целое, разноцветное или светлых оттенков, то и глаз радуется. Нет разнообразия палитры. Сшивать темный трикотаж сложнее, отмечают швеи. Черными самое сложное. Потому что они утопают изделия в черное, и как бы не так видно. Готовые изделия проходят контроль. Если дефектов нет, его отправят в магазин. В чем преимущество трикотажа? Ну, во-первых, трикотаж – это такая вторая кожа, которая не бывает ни мала, ни велика, которая как-то с тобой очень по-дружески соотносится. Раньше же трикотаж был просто одеждой для спорта или теплой, например, нижней одеждой военной для мужчин в начале 20 века. И постепенно он проникает в городскую одежду, потом уже оттуда не уходит, а просто продолжает свое нашествие, потому что он удобный.
Потому что на самом деле ни в какой шитой вещи мы не будем себя чувствовать так комфортно и просторно, как и вещи вязаные. Секрет удобства трикотажа скрыт в особенности плетения. Петля, она имеет такую круглую форму, да. При растяжении вот эта ниточка растягивается, а потом стягивается. Он как бы принимает форму нашего тела. Трикотаж – понятие растяжимое и сегодня на все случаи жизни. Свитер шерстяной согреет зимой. С искусственным ворсом приятнее к телу. Синтетическое термобелье позволит коже дышать во время занятий спортом. Хлопковая водолазка – вообще must-have. В общем, мне нужно больше одежды. И нечего с этим тянуть.